Меморандум по обеспечению безопасности в высших учебных заведениях страны подписали сегодня представители МВД и Министерства науки и высшего образования. Документ позволит нести солидарную ответственность вузам и госорганам за поддержание общественной безопасности в учебных заведениях. В стране больше 600 тысяч студентов, поэтому создание для них условий для получения качественного образования – один из приоритетов, отметил на встрече глава МВД Марат Ахмеджанов. Он также поблагодарил студентов за помощь полиции. В прошлом году с участием студенческих отрядов было раскрыто 54 преступления и 1800 административных правонарушений. Создание безопасных условий для получения качественного образования – один из самых актуальных и главных вопросов. Необходимо максимально исключить причины, способствующие противоправному поведению молодежи. Плюс цифровизация коврового покрытия вузов, общежития и сведения в единую базу. Установка тревожной кнопки, думаю, уже даст результаты.